Итак, Андерстуди снова с вами, ребята. И сейчас мы сразимся за Портера против... Как вы думаете, кого? Никогда не угадаете. Ни за что не угадаете. Я даже не буду сначала специально показывать его. Сейчас сами увидите его. И вот оно. Итак, нам опять попадается Робинсон. Это просто что-то с чем-то, конечно. Хорош, он просто... силовые запускает нам. Он прям вообще какой... Ребята, он просто сумасшедший, да? Не, в хорошем смысле этого слова. Но я имею в виду, он любит подраться. Видите, как он любит подраться? Он просто распускает свои кулачки. Кстати, у него перчатки похожи на этого. Как у Мухаммеда Али, прям такие же. У Робинсона. И... кто еще у нас там с такими перчатками? Я уже сейчас не помню. А, этот. Марсианин. Иди, что творит. Чувак просто... просто без границ. Лампочку мою затрясло уже. Ребятки, это очень опасно. Так, и блок. Итак, ребята. Для тех, кто любит Гарри Поттера, должен именно болеть за Поттера. То есть, он почти как Гарри Поттер. Ну, видите, Портер написано. Ух! Нет, чувак просто зверь, зверь настоящий. Я просто думаю, как я с ним дерусь. Жестко идет. Он идет в цель. Он просто не жалеет ни стамины, ни себя. Он просто идет биться. Я не знаю. Это жестко. Не, ну а что насчет стамина-то? Стамина-то у него все в порядке. У Робинсона стамин сколько? Итак, друзья. Сегодня бой продолжается, конечно же. Чувак тоже серьезен. Он просто машет по всем фронтам. Страшно дело. Я понимаю, что страшно очень. Робинсон, ой, Портер Робинсон, это вообще не страшно. Он вообще, он просто, он зверь. Ну мы попробуем остановить его. Я не знаю, конечно, это очень... можно рандомно просто вылететь. Давайте мы попробуем потишешно. Не получается. Ладно. Тише. Теперь, пожалуйста, будьте любезны. Так и запишем, короче, что он зверь. Настоящий. Он не знает боли, не знает слез, аэропорты. А это вот до этого, когда можно было макать сколько угодно. Это когда только игра вышла, он уже меня вынес. Потому что он конкретно. Конкретно машет руками. Не хочет даже останавливаться. Ух, и в итоге залетело. Выживи. Нет. Идите. Хорош. Портер просто не вынес такого напора. Он просто, ну вы видели, ребята, я даже не могу говорить, потому что тут видно было, что вытворяет этот Робинсон вообще. Беспредельщик. Нет, он нормальный. Он просто хочет вынести сразу.
без всяких там трудностей каких-то, там 12-11 раундов, просто скажет, я его вынесу сейчас. И все, и дело с концом. Вот что он делает, видите? Ух, он прям силовым, он не жалеет силовым. У него их много, я думаю. Портер, ты будь аккуратней, потому что чувак. Ну хорошо, мы ему немножко подредактировали. У него здоровья, его делить сколько много. Он не боится потеряться. Потому что человек, этот боец, он просто боец. Больше ничего не скажешь. Который не боится ничего. Он просто не улетай. Еще немножко покружись. И свой чудесный дивный край. Он покажет. Он понимает, что это опасно, но он все равно идет. Он продолжает биться, потому что он не знает боли, не знает смысла. Что творит? Иди. Сколько у него энергии. Могу попасть ему хорошенько. Но он прям силовыми пускает просто силовые просто во все. Чувак силен. Я даже не увидел, как это все произошло. Он так машет, что я когда моргаю глазами, он уже может несколько ударов нанести. Жестко. Он мне блок опять весь разнизил. Чувака силовые, просто бомбезные. Хорош. Жесть, ну он просто стремится уничтожить Поттера. Ребята, Поттер просто бессилен, когда он с Робинсон начинает много махать. Я просто ничего не могу с этим поделать, он ничего не замашет. Замашистый парень. А у нас еще целых полтора минут почти. И это надо же выжить тут. Жесть. Ну, ребята, тут вообще... Не, ну на золоте таких нет, сумасшедших прям сильно. Да, глянь, что делает. Он просто... Он просто превосходит. Ох. Немножечко ему подзадели. Силовой тоже мол разочек. Еще немножечко, все, раунд закончен. Жесткий парень, жесткий. Тем временем пятый раунд. Хорош. У селезеночки ты нам заехали хорошенько. Выжили. Блока нет, но мы выжили. Хорошо. Не спешим. Давай восстановимся немножко. Блок. Да, он вообще без пощады. Он беспощаден был.
Просто-напросто. Но он просто махает очень сильно. Это нельзя забывать, потому что его такие весомые руки, они очень опасны. Очень опасны для Портера. Так, подловить его надо. Раз он в бой идет. О, лампочку мою стрясло. Это была его ошибка. Потому что нельзя вам. Он рассчитывал еще. Думал вынести. Нет. В таком положении просто нельзя выносить. Молодец, молодец. Встал. Хорош, хорош. Робинсон продолжает. Три падения его не остановили. Молодец. Ну, мы идем дальше. Ух ты, как он красиво стоял. Угу. Попробуем. Ага, нет, не получилось. Портера слишком долгие апперкоты, если усиленные именно. Задел, хорошо задел. Выжить. Любой ценой. Ой, Портер, ты не пугай меня больше так. Не выходи так далеко. Ух, потряс. Так, что-то надо делать. Не получается. Не селезенку пробил. Селезеночку немножко подбили. Так, стаминка его. Промахов много слишком. Не получается апперкотом внести. Хочется апперкотиком смертельным, ребят. Но не получается. А, молодец, хорошо уклонился. Я мог стамину очень много потерять, и не только стамину. Посмотрите, что с лицом, с левой стороны Портера, тут не меньше. Он продолжает туда наносить страшнейшие удары. Да, мы тоже устали. У нас уже не так все быстро, как хотелось бы. Жестко. Красная прям вся. Носа прям страшнейшая. Усиленный ему разочек. Какой раз хочу. Молодец, выворачивается хорошо. Вся стамина кончилась. Моментом в море, как говорится. Хорош, ушел. Выжил. Селезеночка была ему пробита, у него хорошо. Все, теперь он. Аэропорты и города, о чем знает. Может, сейчас встанет. Он так вроде, ну он просто слишком. О, молодец, на 7-й секунде встал. Какой хороший человек. Тут он просто слишком махает, наверное. Он думал, что просто так быстро можно уложить. Вот опять его ошибка. Он опять идет после отлета драться.
Но это хорошо, что у нас стамина мало. А так он мог бы отлететь сейчас еще раз. Хорош. Опасно, опасно, опасно. Так, ну все, раунд закончился, седьмой. Хорош, хорош. Молодец, встал четвертый раз. Ребятки уже начинают потихонечку привыкать к мини-играм. Итак, Портер. Хорош, хорош. Мы махали немножко, только стамину потеряли. Ах, четко, четко. Жестко, жестко, нельзя размахиваться. Хорош. Молодец, молодец, хорош. Сбил, сбил Портера нашего. На колени прямо сел. Печеночку отшиб. Хорош, хорош. Жесткий, жесткий Порт. А это жесткий Робинсон. За счет преимущества его вставания, если бы ему немножко не спешить, он уже мог бы меня неоднократно положить. Ну, он молодец, молодец, он уже меня положил, нашего Портера, сколько раз. Так, нам надо восстанавливаться. Тише, тише, нельзя так быстро идти, потому что это очень страшно. Перкотик ему небольшой сделали. Хорошо. Угу, тише. Аккуратненько, не спешим, ага. Он силовые. Хорош, хорош. Хорош, я ему еще усиленный немножечко подработал. И тем временем у нас 9-й раунд. Погнали. Не торопимся, аккуратненько. Так как Робинсон, мы знаем, у него много сил сейчас. Так как он покрепче мужичок. Хорошо, он не усиленный ударил. Я без стамины был, он мог просто вырубить. Хорош, хорош. Обоих стамины нет. А это на что мы надеялись обои. Ух, промахов. Столько у меня промахов. Это плохо. Успел, успел. Молодец. Намахались. Слишком много махал я. И много мимо. Хорош, уворачивается, молодец. Не попали. Слезеночку. Ух, промахнулись. Все, стамины нет. Мы не можем, можем столько много махать, как Робинсон. Но Робинсон может. Ух. Выжили, выжили. Жестко, жестко. Но у нас лицо немножко отходит. Хорош, хорош. Ух, промахнулись. Хорош.
Ну, Робинс тоже уж так махать сильно не может. Выжили. Опасно было, очень. Аккуратнее от его силовых можно отлететь. Хорош, я тоже ему силовой один сделал. Этот промахнулся. Молодец, он отвернулся классно. Робинсон хорош. Не попал. Он мне блок почти весь вынес. Селезеночку. Еще по селезеночке. Надо ему селезенку все равно отбивать стараться. Ух. Перкут был уже такой слабенький, стаминки-то не было. Он пропластил на мой кулак. Хорош. Жестко. Жестко. Хорош. Хорош, попал ему прям в лицо. Еще один усиленный. Еще один усиленный. И он мне тоже занес хорошо. Жестко. Бой хороший. Опять лицо красное. Робинсон просто набил. По селезеночке. О, не успел отвернуться. Жестко, стамина. Опасно. Промах. Он молодец, он уворачивается и тут же уносит. Если бы у него было чуть больше стамины, то было бы опасно. Хорош. Лампочка-то наша засверкалась. Хорош. Уворотик небольшой сделали, только у меня стамина, к сожалению, не было. Я бы мог ему нанести удар. Выжили. Жестко было. Очень опасно. Ну, у нас уже удары не те. Робинсон еще все может. Ух! Он мне нанес. Но его сильнее оказался удар. Его намного сильнее удар оказался. Жесткий бой. Опасно. Хотел ему еще усиленнее, не попал. Итак, 12 раунд. Понеслась. Хорош. Блока нет. Хорош. Жестко. Опаснейший. Налетел прям на его кулак. Был сильный, главное. Да. Он налетел на мой кулак. Селезенка прям. Хорош. Ха-ха-ха.
Сейчас, снес, снес. Очень опасно, очень. Жесть, жесть. Это был страшный бой. Итак, аккуратнее, аккуратнее. Сейчас надо как-то потихонечку, потихонечку, потихонечку отойти. Прийти в себя. So one who draws first blood type, that's what you've got to look at. If you're there, you know you're in there with a bait. You've got to be on it, but you've got to be confident. Хорош. So final 10 seconds of the round, and he is Хорош. Really sharp. Отвернулся, молодец. Увернулся. Итак, ну, победа наша. Как ни крути. Но он молодец, он хорошо бился. Жестко бился. Красное лицо, такая жесть. Это вот бой. Ну, такой прям душный, душный бой. 111-109. Так, сколько... Так, он упал 4, я 4. Мы по 4 раза с ним упали. Хорош, хорош. О, одно очко. Очень много.